утро, страна. Так, время надо сколько, Маш? А? 54, говорит. Как так? А, 4.05 ровно. Прикольно. То, что я в час ровно убрал телефон и лег. То есть спустя 3 часа подъем бодрячком. И вот наша машинка. Буквально минут 5 до аэропорта ехать. Так, выехали реально. 4 минуты, 2,1 километра до места, где машинку надо будет возвернуть. Заправиться. Я вчера уже заправился, так что ехали. За поворота вывернули. Вот аэропорт. Теперь по знакам отдай машинку. Дежавю. Я как-то сюда уже ночью возвращался. Тоже где-то в 4 или в 5 утра. Так, сейчас машинку отдадим. И будет все отлично. Все так хорошо обозначено. Кому куда, Six Hertz туда, Avis Budget сюда. Просто едешь по стрелочкам. Вообще, не то что в Польше. Когда мы прилетели в Варшаву, там вообще жесть, как с аэропортом было. Я офигевал, куда ехать, зачем ехать. Тут все для людей. Машина, видите, просто по стрелочкам. Раз, вот здесь вот, ее потом ставишь и уходишь. А они все сделают, ничего ждать не надо. Красота. Так, ну что, вот машинка. Ну пошли. Так все это работает. А теперь вот в эту сторону. Вот поднимаемся по лесенке. И ищем наш терминал. Очередь в автобус, которую и нам надо тоже. Прибыли. Первая остановка была не наша. Вторая наша. Вышли и идем на чекин. О, вот мы отсюда же выходили, вот через эти ворота в автобус точно. Ага. А? Gate 3. Good? Да можно, быстренько. Хоть и очередь была. Так, ну а вот и наш А3. Сразу не отходя от кассы, прямо здесь. Мы прошли быстренько. И теперь на S-gate. Вот он, видимо. А, ну невидимо, да, действительно нам трамвайчик нужен. Мы же на трамвайчике и приехали в этот терминал. Угу. 28 секунд ждать до следующего паровозика. И через 4 минуты будем в терминале S. Ну что, go-go. Время 6 утра. Около 2 часов лететь до дома. Ложусь, а потом еще на работу. О, старая добрая дельта. Без мониторов, кстати. А дох есть. О, новые мониторчики. Хорошо. 16B и C. Проходи и в середине сиди. Ну вот, мы в коем-то веке с Марусей вместе сидим рядышком. Так, что мы берем? Дойч. Руки, я на тройке, Маруся на тройке, я возле окошка, и поспать можно 2 часика. Час 45 лететь, так что отлично. Аляска. О, смотрите, ангар, как в фильмах. Вон, ворота открыли, там самолет стоит, сейчас оттуда Брюс Уиллис вылезет, отвечаю. А вот и Дельта ангар. Вот там точно, там должен Space Shuttle стоять. Все, Армагеддон, команда собралась. НАСА, все дела. Хрена себе, без остановки, с поворота, со шлифами. Я даже не успел камеру включить, чтобы записывать начать. Думал, сейчас тормознем. Работай, страус, работай, руки, ноги, главное хвост, давай, колесо переднее оторвалось от асфальта, а
Ай, молодец. Ой, какой красавчик. Еще мы долго так на двух колесах ехать будем? Ну? Вот и задние сейчас оторвутся. Все. Пошли на взлет. Красота. Вашингтонская природа. О, залив. Красиво, что? Еще, может, над Сиэтлом пролетим. Хотя, нет, по-моему, Сиэтл. А возможно, даже пролетим над Сиэтлом. Да, вот порт. Вот порт. Угу. И под нами получается город, который я так и не увижу. Маруся смотрит как раз на ту сторону города. Сейчас мы развернемся, я взгляну. Ну вот, разворачиваемся. Сейчас и я Сиэтл увижу. Береговая линия, вода какая прозрачная. Ну да, Тихий наш, это не Атлантика, мутная и теплая. Тут ледяной прозрачный океан. Иначе бы какие-то касатки бы здесь всякие не плавали в грязной воде. Вот она гора. Самая высокая точка Вашингтона. А вон на солнышко встает. Красота. Мне однозначно туда нравится будет договор по телефону. Где на 4 американские компании халявный Wi-Fi на протяжении всего маршрута. И откуда? Инстаграм, Фейсбук, WhatsApp. Вообще проблемы все загружает, все работает. Поспать можно немножко. Маруся работает. Как пчелка пашет, трудится. И мы прилетим, я спать пойду. Маруся еще на работу сразу. Ну, нормально. Вот он залив, вот мост. О! Я вижу вот Даунтаун и Оклендский Бэй-Бридж, а вот и Голден Гейт. Клево. Обалденчик. Кусочек Оклендского моста. Одновременно на посадку идем.
быстрее, чем он. Дельта уделала Юнайтед. Прикольно. Клево. Да. У нас получается, недавно узнал 4 взлетно-посадочных полосы, и они перекрещиваются между собой 2 и 2. И так как между двумя полосами небольшое расстояние, то в хорошую погоду могут садиться одновременно 4 самолета, а в плохую только 2, которые перпендикулярно друг другу, чтобы эти 2, которые рядом, не дай бог, кого-нибудь занесет крылом на другой самолет. Вот. Прикольно. О, а вот у Марусина работа. Пролетаем. Где ее здание? Чтобы не соврать. Смотрите, что летит за нами, а? Где? Вот где-то какое-то вот это вот одно из этих зданий. Одна, видите, полоса, на которой мы садимся, и вот рядышком с ней и вторая. И перпендикулярно, чуть подальше, еще 2 пересекают. Ну, мягкой посадки. Ну что, мы снова дома. Ура! И давайте я курс расскажу. Коротко о наших планах. Время у нас утро. 8 подходит. Сегодня надо убираться, стирать, в магазин съездить, потому что завтра прилетает тетя с братом двоюродным, вот, на 11 дней. А потом следующее путешествие у нас с вами начнется. Когда они через 11 дней улетят домой, мы еще 5 дней здесь потусим и полетим в Индонезию, Малайзию, Сингапур на очень длительное время. Вот. Увидимся, как выйдем из аэропорта. Ой, как тепло-то дома. И климат намного влажнее. Прям действительно, никогда не думал, что у нас влажный климат, но намного влажнее, чем на севере. Ставки ставим. Кто быстрее приедет? Марусин лифт за 5 минут или мой Uber за 8 минут? Проблема в том, ну, во-первых, нам в разные стороны ехать. Ей на работу, мне домой. Но ставки на водителя. Если водитель не местный, и он был здесь меньше 2-3 раз, то он с первого раза не найдет этот въезд, как здесь все поменяли у нас. Теперь выходишь, сейчас я вам покажу через окошко. Я думаю, мой вперед придет, чем Марусин. У тебя какая зона? 5 минут осталось. Зона какая? У меня 5 уровень. 5 уровень. У меня уже написано 5 зона Б. Вот здесь была Отлично. Здесь была жестокая пробка, когда все подъезжали, забирали, отвозили. Теперь просто подъехал, выбросил человека. И он пошел лететь, куда ему надо. А ты поехал дальше. Или забрал кого-то. А теперь забирают только вот отсюда. Здесь такой огромный парк-пляц сделали. Зона А, Б, С, Д, Е, Ф. И на секторы каждая зона разбита от 3 до 4 секторов. Просто я думал, ад будет. Но нет, я уже отсюда забирал. И с одной стороны прикольно. Правда, выезд один. На выезде может быть небольшая пробочка. И на въезде, соответственно. А? С, идем. Ты выйдешь на улицу и направо повернешь, там будет С. Мы в Б. Вот. Ага. Так. Вон. Вот, смотри. Вон, видишь, С? Вот так вот вокруг обходи. Гуд, давай, чава. Ну чё? Марус, напиши мне, когда ты сядешь, я думаю, мой вперед приедет. Какая жара у нас, да? Боже мой, кофту надо снять, ну нафиг, жарко. И вуаля, мы в новом амплуа. Фух, я бы ещё шорты бы не отказался одеть. Ну что? Я дома. Ура, на солнышке загораю. О, да, кресло черное, кожаное, оно так нагрелось на солнце, что... Ух, красота. А вот и Маруся стоит, смотрите, я же сказал, я вперед уеду. Она даже не видит меня.
красавчик вперед приехал за мной. Мужик на правильной машине спереди. Outlander. Простая версия. Я думаю, тоже может сегодня еще поработать, выеду. Тоже цвет как у меня. Прикольно. Боже мой, я снова дома. Какая благодать. Ну что, ребятульки. Целую вас в пузико, лайк ставим, комментим. Подписываемся. А я поспать лягу. Ой, бедная Маруся, ей еще работать. Ух, спокойной.